Всем привет! Сегодня у нас вот такие вот 4 посылки. Пришли они с GearBest. Это, не знаю тут в половине, что внутри, поэтому давайте открывать. Пришли они новой почтой. Быстро, там в среднем 18 дней они дошли. Ага, вот это первая посылка. Итак, давайте с чего начнем. Начнем мы давайте с вот этих вот гирлянд. Я их купил уже, у нас в обзорах их очень много, поэтому я их проверять, включать не буду. Я их купил уже несколько штук, и они понравились друзьям, и я решил на подарок взять друзьям и еще себе на следующий год. Уже в этом году Новый год провтыкали мы. Но гирлянды очень прикольные. Единственный минус у них, что они питаются от батареек, поэтому нужно будет придумать что-нибудь для них, ну, как бы питание USB или питание от одной батарейки 18650. Вот, прикольные очень гирлянды, очень мне понравились, в этом году прям хит, я их накупил, вот, очень-очень много, распродаж очень много было. Далее, это мы пока отложим и в конце посмотрим. А, вот это вот для степа, или я не знаю, как называть это. В общем, жена попросила, она, я так понимаю, хочет попробовать сесть на шпагат, и это нужно для того, чтобы, короче, для того, чтобы тренироваться, или я не знаю, то есть это какие-то фитнес-кубики. Они такие, как из пенопласта сделаны, видите, прогибаются немного. Вот, но они полностью литые, то есть такой кирпич. Вот. Если на него становиться, я думаю, он не согнется, но он возвращает форму, возвращает обратно. И такие небольшие вмятинки остаются. Вот, два кирпича таких на GearBest взял для занятий спортом жене. Вот, второй распаковывать не буду, пусть будут. Далее, давайте посмотрим. Колонка Xiaomi уже была у нас. Взял одну. Вот у меня вторая, то есть две, одну домой взял, одну на работу. Они мне очень понравились, она громко играет, и я решил вторую использовать для подключения к компьютеру вместо деревянных. То есть убрать, они играют реально лучше, и, допустим, у меня там есть деревянные колонки, используются на компьютере, которым уже, ну не знаю, около 10 лет, и вот эта вот маленькая колонка, она играет, наверное, раза в два громче тех деревянных, и ну, качественнее, намного качественнее, поэтому я взял ее. Включать, думаю, смысла нету. Если интересно, вы можете посмотреть в моих видео, где я ее включал уже, слушал. Вот, она реально классная, звучит бомбово, и вот поэтому я ее взял. Есть еще первая версия, но первая версия играет в первой версии здесь вот включить, выключать, буквально на днях был обзор. Вот, нету громкости, и здесь же идет, получается, включение и microUSB порт. Вот, а громкости включения нет. Здесь зарядка идет сзади к монитору или к компьютеру, и слушать через 3-5. Выход и качество звука будет лучше, чем по Bluetooth. Ну, хотя и Bluetooth здесь довольно-таки на высоте качества. Вот. Какие-то вот здесь потертости. Есть несколько потертостей. Как мятинки, не знаю, камера увидит, нет, но я вижу. Вот здесь вот-вот. Вот, черная такая, вот такие как-то черные, они слабо заметны, вот потертость, вот, то есть слабо заметно, это, наверное, оно об коробку терлось и возникли эти потертости. Ладно, упаковываем, закрываем. Коробка, я только заметил, коробка, она как не из картона, как из пластика какого-то.
А, картон просто такой плотный, он как пластик. Ладно, давайте дальше. Сетевик. Уже был, это сетевик Xiaomi, сетевой, уже был обзор, если хотите, посмотрите предыдущий, буквально там, не знаю, месяц назад я делал обзор на сетевик, который большой, с тремя USB-портами, на 6 розеток получается, и 3 USB-порта в нем. И я его зацепил за 2, заказывал на JD, один пришел, второй не пришел, за второй мне вернули деньги. И я купил параллельно, то есть когда я установил уже сетевик за монитор себе, я как бы специально для того, чтобы за монитор установить его и брал. Вот, и когда я установил, я понял, что мне 6 розеток много за монитором, и он выпирает там, и получается, ну, как бы лишнее пространство, которое как бы не нужно. И 6 USB, ой, 3 USB-порта мне тоже там особо не нужно. И я купил вот такой вот маленький, заменю вот этот вот сетевик, поменяю на тот, что у меня за телевизором висит. А тот, что за телевизором, в другое место перемещу, я хотел на кухню его разместить, вот. Сейчас вот так вот немного торчит, потому что широкая это. И я купил, сейчас тонкую поставим, будет все отлично. То есть это за телевизором получается. В предыдущем обзоре можно посмотреть на вот эту, в обзоре, в распаковке на сетевик старый. Есть, как я это цеплял. Так сделал, то есть прошлое вот это было вот в высоту, но она получается короче, чем этот, вот. И, соответственно, вот эта вот штука, она длиннее получается, этот сетевик, он выше и выпирал за телевизор, естественно, было некрасиво, и я его вот закрепил вот так, немножко выше радиаторной решетки, чтобы телевизор не перегревался, чтобы не закрывать радиаторную решетку, ну и все, и вот у нас получается 3 розетки, одна свободная, телевизор и мигбокс вот закреплен. Вот мы все в этот сетевик закрепили. Ну а этот сетевик переедет в другое место, в док-станцию. Единственное, ну, будет у меня там, где у меня заряжаются все телефоны, все устройства в одном месте. И последний сегодняшний обзор. Пара человек отозвала, что довольно-таки неплохие наушники. И поскольку я любитель блютузовских наушников, я не смог остановиться и заказать их. Ну, как бы акция была, цена там, не помню, то ли... Ну, до $20 получилось, как бы, и я решил взять их попробовать. И смотрите, сейчас, так, оно закрыто здесь, вот, я сейчас, мы на них просто посмотрим, выводы о них я делать не буду, да, то есть это будет просто распаковочка. Пришел провод для наушников, и немножко позже мы сравним эти, как бы, до кабеля, вот эти вот наушники сравним, и сравним Meizu вместе с ними. Это ZS3 и ZST. Наушники. Вот, я пользуюсь сейчас вот этими постоянно, ZS3, а ZST на них я записываю сейчас звук. Вот, красиво, очень красиво сделано, и я тут понимаю, что половина цены вот этих наушников сделаны в коробке, да, то есть заключены. Ух ты, идет сумочка, вот такие вот амбушюрки, прям в кейсе. Ладно, давайте с сумочки начнем по порядку. Сумочка. В сумочке у нас вот такой вот кабелечек. Тоненький, но такой прикольный. Фирменный. Вот. Инструкция идет. Инструкция, ну давайте посмотрим. Инструкция китайско-английский. То есть есть английский, кому нужен. Вот. Здесь примеры, как цеплять их. Как на магнитах зацеплять вокруг шеи. Вот, ну, в общем, стандартная инструкция. Из нее мы особо нового, я думаю, не почерпнем ничего. Вот. Так, закрываем. Далее, что у нас здесь далее? Далее вот амбушюрки, как их вот так открывается. Пластиковая такая крышечка. И амбушюрки. И здесь размер XL, L и S. Вот они так выглядят. Это я взял размер XL. Ну, сказать честно, неважно они выглядят. Я не знаю, как оно удобно будет, вот такое вот ухо. Вот, но попробуем, конечно. Я с ними похожу, то есть сейчас, получается, доснимаю обзор. Они станут моими основными наушниками на некоторое время. Пока я не пойму,
какие лучше. То есть сейчас я вот эти мне больше всего нравятся. Это ZS3 версия. Еще есть, идет, по-моему, ZS5. Или я не помню какая, но еще идут наушники вот такого плана. Вот. И прям у меня мания по наушникам получилась. Так, как его тут правильно распаковать? В какую сторону их выдавливать? Ой, снял. Так, внутрь что ли? Да и внутрь не пролазит. Тут еще, в общем, черт ногу сломит, как их снять. Вот, выдавливать внутрь или наружу. Ага, значит, получается внутрь надо выдавливать. Но здесь вот такая заглушка. Ага, то есть она протыкается. Ты внутрь выдавливаешь, и все, ты портишь коробку уже, получается. Вот здесь такая вот заглушечка ломается. И все, и ты можешь понимать, что наушники уже у тебя бэушные, а не новые. Вот. Потому что иначе их отсюда не вытолкать. Ну, молодцы, конечно. Придумали же еще такого геморроя. Вот. Итак, выглядят они действительно очень круто. Вот, амбушюрка одна спала. Такая здоровая колонка. Ну, большой. Обычно такие маленькие у всех. Тут такой здоровый, но получается звук уходит... уходит в маленький, ну то есть отдельно уходит в амбушюрку. Вот, тут установлены, я не знаю какой размер, S, L, XL, ну S, наверное, какой-то тоже установлен. И получается вот здесь в амбушюрке получается воздух, да, то есть оно по воздуху проходит, вот. Ладно, давайте дальше, что это у нас здесь за наклеечка. 90 миллиампер часов здесь внутри у нас. Модель написана, давайте аккуратно, блин, чтобы не повредить кабелечек. А то сейчас еще в первый день разрежу их нафиг. И не попользуюсь даже. Так, магнитятся они вот хорошо. Правое ухо, левое ухо. Вот. И вот такой вот пультик. Громкость. Кнопки так, ну, нажимаются жестко. И есть щелчочек небольшой. Но, допустим, если зимой в перчатках их нажимать, ты можешь не почувствовать. То есть нету, ну, сказать, хода нету. Вот. И вот здесь... И не пойми, как их включить. Кнопки включения нету, то есть. А, центр, это есть кнопка включения. Ну, индикация не загорается. А, вот, загорелась с этой стороны. Я думал, вот здесь будет что-то мигать. Вот, а оно мигает здесь. Давайте еще посмотрим, как он определяется в телефоне. Не находит их мой телефон. Ага, нашел. Долго искал, то есть обычно от ГЗ они быстро находятся, то есть только включи, они там за секунду появляются. Так. Чистый звук не очень громкий, чистый, и здесь мало басов, то есть я включил карандаша, встречай Москву, там такие басы есть, то есть, ну, в... Так слышно не будет, наверное. Вот, но что-то не впечатлил меня сразу звук. Он чистый, чище, по-моему, чем у КЗ, но не хватает басов. То есть, ну, за счет того, что нету басов, наверное, поэтому и звук не понравился. Ну ладно, я, в общем, я с ними похожу, попробую, как они в ухе сидят и так далее. То есть, а потом отдельным видео уже запишу сравнение вот этих ZS3, ZST и вот этих вот наушников. Ну, что-то они, только что я попробовал вставить в ухо, что-то они как-то не особо у меня в ухо садятся. И то есть, в общем, буду с ними разбираться и уже чуть позже в видео составлю свой вердикт. Ну, выглядят это все круто, конечно, как подарок, если на подарок брать, но огненно, конечно, все выглядит.
Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.